В одной руке диплом, в другой – кубок. К этой победе ученик Самарского медико-технического лицея Даниил Лисицинский шел несколько месяцев. Позади несколько этапов конкурса, где школьник показывал свою эрудицию, пел, играл на гитаре и сегодня одержал победу и стал лучшим из лучших. Это безумные эмоции. Победить в таком конкурсе с такой напряженной, с таким соперничеством. Этот труд, который проделали мы, который проделала наша учительская часть, творческий отдел нашего лицея, которые мне помогали. Я им безумно благодарен. За выступлениями участников следят профессиональные жюри. Среди них и Мария Курбаева. В 2015-м на месте победителя была именно она. А сегодня ей приходится оценивать тех, у кого впереди межрегиональные соревнования. Оценивать очень сложно. Каждый интересный, с какими-то своими особенностями. Ну, прежде всего, смотрю на то, как человек себя преподносит. То есть, играет он или говорит от себя, от души. Всероссийский конкурс «Ученик года» проводится уже 3 года подряд. В региональном этапе участие приняли 70 человек со всей Самарской области. Самая главная задача – это дать ребятам возможность конкурировать в нормальных, человеческих, цивилизованных, организованных условиях. Навыки самопрезентации, понимание, что ты в этой жизни умеешь делать лучше, чем другие, им жизненно необходимы. Межрегиональный этап конкурса пройдет в марте в Ульяновске. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 человек из разных уголков страны. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.